Дамы и господа присяжные, сегодня вы услышали многое. Я не собираюсь повторять все это. Но вы должны принять какое-то решение. Я хочу прояснить для вас одну вещь, прежде чем вы это решение примете. Я не пытаюсь убедить вас в том, что вам должно нравиться то, что делает Ларри Флинт. Мне не нравится то, что он делает. Но мне нравится то, что я живу в стране, где мы с вами можем сами принимать решения. Мне нравится, что я живу в стране, где я могу купить журнал «Хаслер» и прочитать его, если захочу. Или выкинуть его в помойку, если считаю, что ему место там. Или еще лучше, я могу выразить свое мнение, не купив его. Мне нравится обладать таким правом. Оно важно для меня. И оно должно быть важно для вас тоже. Обязательно должно. Потому что мы живем в свободной стране. Мы много говорим об этом, но, по-моему, иногда забываем, что это значит. Поэтому послушайте еще раз. Мы живем в свободной стране. Это могущественная идея. Жить такой жизнью прекрасно. Но за эту свободу существует плата, которая заключается в том, что иногда нам приходится терпеть вещи, которые не обязательно нравятся нам. Идите в ту комнату, где вы можете свободно думать все, что хотите о Ларри Флинте и журнале «Хаслер». Но спросите себя, хотите ли вы принять это решение за всех нас? Потому что свобода, которой наслаждается каждый в этом зале, сейчас действительно находится в ваших руках. Если мы начнем воздвигать стены против того, что некоторые считают непристойным, мы можем проснуться однажды утром и осознать, что стены возникли повсюду, даже там, где мы не ожидали их увидеть. И мы ничего не сможем сказать или сделать. А это уже не свобода. Это не свобода. Будьте осторожны. Спасибо.